Казалось бы, Айдана Меденова идеальна во всем. Она не эпатирует публику откровенными нарядами, является примерной матерью, женой и успешной бизнес-леди. При этом поет и регулярно выпускает клипы. Нет поводов для хейтеров позубоскались, не правда ли? Но не тут-то было. Разные люди разных возрастов, разного рода деятельности говорят обо мне какие-то негативные вещи. Говоря современным языком, мы таких называем хейтеры. Многие думают, что у меня их нет. Совсем наоборот, их очень много. Но не бывает абсолютного зла, чему служит доказательством тот факт, что у Айданы может быть много хейтеров, но поклонников в разы больше, чему сама певица несказанно рада. Мои поклонники, мои айданейтеры, всегда меня поддерживают, приходят на все концерты, дарят подарки, говорят хорошие и добрые слова. Именно им, моим любимым слушателям, я и посвящаю свой новый клип. Название у песни, на которую Айдана сняла клип, соответствующее — «Айданейтер». Посвящение всем тем, кто готов круглосуточно спорить с хейтерами в социальных сетях, певица хочет сделать идеальным. Поэтому и работа над клипом велась очень долго. Сегодня мы снимаем в музее. Идея этого клипа появилась чуть ли не год назад. Мы хотим, чтобы все было продумано и красиво снято. А продумывать, судя по всему, было что? Сюжет не хочу рассказывать заранее, потому что в него вложено очень много времени и сил. Так что лучше, когда сами посмотрите, дадите свои оценки. В общем, айданейтеры всея Казахстана, морально готовьтесь к чему-то очень проникновенному и душещипательному. Презентовать клип Айдана планирует уже совсем скоро.